Дневник журналиста. Сегодня я хотел предоставить вашему обзору вот такую вот новость с интересным заголовком. Халява кончилась, Путин спустил с небес Лукашенко. Значит, новость свежая. Давайте зачитаем статью и в дальнейшем обсудим. Значит, Владимир Путин сделал жесткое заявление в адрес Белоруссии. Комментируя вопрос взаимодействия Москвы и Минска, президент отметил, что приветствует движение по интеграции двух стран, однако сообщил, что Россия впредь не собирается дотировать экономику соседнего государства. Глава Российской Федерации отметил, что белорусские власти регулярно жалуются на высокие цены на углеводороды. Однако в действительности Минск имеет возможность покупать российский газ и нефть по ценам, которые в 4 раза дешевле общемировых. Значит, в то же время Владимир Путин не исключил предоставление Белоруссии финансовой помощи в будущем. Однако для того, по словам российского лидера, следует создать законодательную базу, а также наделить полномочиями национальные органы. Такая вот новость. Напишите в комментариях, друзья, что вы думаете по этому поводу и как вообще дальше будут происходить отношения между Россией и Белоруссией. Интересно будет почитать. Мы отвечаем практически на все комментарии. Поэтому ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. А также не забудьте подписаться на наш канал. У нас регулярно выходят свежие новости, где мы можем предоставить их вашему обзору, посидеть, обсудить в комментариях. Ну что ж, до скорых встреч, друзья. Всем пока.